Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские студенты сильнейшие в мире по разным видам спорта. Они это доказали лишний раз на 29-й Всемирной летней универсиаде. В копилке сборной Самарской области 10 медалей разной чеканки. Триумфаторов в аэропорту Курумыч встречали родные, друзья, представители федерации и областные спортивные чиновники. Это огромный вклад в копилку развития спорта в регионе, особенно молодежного и студенческого спорта. Это еще раз подчеркивает, насколько хорошо работают наши спортивные школы в Тольятти, в Самаре, в Сызрани, потому что это представители различных видов спорта. И у нас на этих ребят очень серьезный план. Вот они в своем возрасте, да, являются на сегодняшний момент сильнейшими спортсменами нашей страны, а теперь уже и сильнейшими спортсменами в данной вот категории в мире. Первую золотую медаль в копилку сборной России Самарской области на Всемирной универсиаде принес тэквондист Рафаэль Аюкаев. Еще раз чемпионом он стал и в командном зачете. Это не так уж и просто. Настрой победить был, другого настроя не может быть. Его коллега Борис Краснов тоже выиграл золотую медаль по тэквондо, но уже в другой весовой категории. Спортсмен до сих пор не верит в свой успех. Он одолел более именитых соперников, чем сам. На татами выходили олимпийский чемпион, призеры чемпионатов мира и европейских игр. Радовали победами и призовыми местами на пьедестале почета на китайской универсиаде и другие известные самарские студенты. Пловчиха Анастасия Гуженкова выиграла эстафету 4 по 200 метров и стала серебряным призером 4 по 100. Александр Кудашов в этих же дисциплинах взял бронзу и серебро соответственно. Еще один бронзовый хет-трик выполнили дзюдоистки Валентина Костенко и Мария Персидская. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!